Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Всем привет из Алании, друзья. Кистель. Сегодня у нас 7 апреля, среда. Первый магнитик для зрителей. Сувенирчик такой, сюрпризик. Я заложил вчера на втором кошачьем домике в районе пляжа Клеопатра, возле 6-го пляжа. Сейчас мы в Кистеле находимся, сейчас будет закладка второго магнита. Сейчас я подумаю, куда, и так я вам показываю. Показываю, люди, что будет. Блин, только нет у меня с собой прозрачной пленки, но я пакую такие вот чистые стерильные перчаточки, не переживайте. Стерильность гарантируется. Итак, магнитик показываю вам. Магнитик у нас сегодня будет вот такой вот. Башенка с символом Алании. Вот такой красивый магнитик. И... ну и визитка моя на память вам. И все это мы сейчас запакуем. Сейчас это все. Итак, друзья, запаковал две перчаточки. Сейчас оберну скотчиком. И такой пакетик еще положу. И тоже оберну скотчиком. Итак, от дождя он защищен. Надежно, если под дождем полежит, ничего с ним не будет, не жалею скотча, наматываю. Ну, распакуйте аккуратненько, ключом или ножницами, или чем-то острым чикните. Все, так вот он выглядит. Конечно же, большая просьба, когда найдете, хотя бы фотку с ним сделайте, а можете сделать видео, прям как вы его будете искать, как вы его будете доставать. Итак, теперь включаем фантазию, смотрим, что мы видим, и сейчас... где-то мы его сейчас прилепим, друзья. Надо сделать, чтобы это было максимально как-то поинтереснее. Тем не менее, чтобы он не был доступен всем, кто проходит мимо, чтобы его именно мои зрители нашли, конечно же, а не первый попавшийся человек, который его увидит сразу. Так, я что-то смотрю в сторону беседок. Сейчас посмотрим. У меня есть скотч, это упрощает задачу, то есть можно скотчем, конечно, прилепить там, где без скотча этого не сделаешь. Так, так и так. Вот мы находимся в Dream Beach. Dream Beach кафе, бар, ресторан, бар мечты. И ваша мечта найти этот магнитик обязательно сбудется. Главное, чтобы вы были первым. Тогда она точно сбудется. Так, а что если прилепить к нижней части стола? Блин, это ж скотчем ненадежно, это если обмотать вокруг всего стола. Если обмотаешь вокруг всего стола, привлечет внимание. Так не пойдет. Блин. Ну, не так просто это все даже со скотчем придумать что-то. Ладно, я пока хожу, думаю. Я сейчас включусь, когда что-то придумаю. Думаю, не прицепить ли вот под чемоданчик. Блин, хернула, что скотч не двухсторонний. Ладно, нет, на что такое более нейтральное, что не будем к фигурам приставать. Идем, перемещаясь туда, к башне с часами, которая в данный момент без часов. Пока хожу, думаю. Вот. Вроде все просто, бери и прячь куда угодно, да, но хочется ж так, чтобы и интересно, и безопасно. Ну, потому что, ну, я не хочу, чтобы рукой шарились по кустам там. Как-то надо. Так, много ли здесь посторонних глаз? Камера висит, меня не поймут, если я буду там закладку делать. Полиция нафиг приедет, блин. Так, ну где ж? Ну сейчас где-то здесь мы будем это делать. Где-то здесь. Кто в отеле Мишель отдыхает, вам вообще повезло. Легко придете, найдете здесь. Сейчас Рома думает. Что-то придумают в итоге. Ну, привинтить, просто взять в трубе, но опять же, кто-то вот сядет на лавочку, конечно же, увидит. Блин, и парень сидит там. Вилки-палки. Там нигде, где краники, там нигде как бы и не прилепишь особо. Итак, друзья, все гениальное просто в очередной раз. Это подтверждается. Ходил, бродил кругами. Тут реально аж уже смешно. Ходил, бродил. В итоге, смотрите, значит, где я нахожусь, показываю. Это уже место закладки сейчас будет. Dream Beach кафе-бар. Вот это вот колонный вход, да, Dream Beach. Вот оно, давайте подойду.
если кто-то еще не понял. Вот, Dream Beach. Не в этой беседке, которая по прямой на Dream Beach идет. Вот к этой беседке становимся спиной. Вот у нас Dream Beach. Поворачиваем направо. Идем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мое любимое число шагов. Поворачиваемся направо в сторону дороги. Dream Beach вот здесь остается. Идем 1, 2, 3, 4. Короче, в эту беседку. Так, посторонний глаз, главное, чтобы не было. Сейчас будет происходить закладка, люди. Моего клада номер 2 для зрителей. Блин, как назло, автомобиль приехал и припарковался здесь. Ну что ж такое? Кто не сможет дотянуться туда рукой, вы... Ну я даже не знаю, что вам сказать. Можете встать на столик, аккуратно разуться. Если вы вдруг придете за магнитом, а здесь будут в беседке люди, ну распакуйте при них это все и скажите «Челлендж YouTube». Потому что они не поймут, что это значит, что вы полезли, что-то достали, им же будет интересно. Короче, вы поняли, какая беседка, люди. Не та, которая прямо возле Dream Beach, а вот соседняя с ней. Остановился автомобиль, и с него никто не выходит. Блин. Мне ж надо так спрятать, чтобы глаз вообще не было. Такое впечатление, что она специально приехала посмотреть, она ждет, когда произведу то, что я хочу сделать. Не выходит и не уезжает. Блин, ну да ладно, я ж нажму паузу, я монтировать потом. Они выходят с машины. Сейчас я это сделаю. Ну я не знаю, кто-то будет ли кто-то стоять вот так вот снизу и смотреть наверх, то есть на вот эти вот плетеные штучки. Надо еще как-то так положить такое место, чтобы реально вы хоть достать смогли хотя бы с лавочки, да? Потому что так можно ж просто не дотянуться. Нормальная у меня идея. Никто меня не будет критиковать. Мне кажется, нормально. Смотрите, вот он наш магнитик, запаковано все. Или это люди слишком высоко, я вот даже не знаю. Или примастырить его как-то под стол. Сильно высоко получается. Вы будете вот это прыгать, скакать здесь. Что ж делать? Прикрутить его как-то к лавочке, что ли? Окей, давайте я буду прикручивать лавочки, только смотрите, чтобы скотча не было на лавочке, потому что обратят сразу все внимание, я буду скотчем лепить его вот сюда под низ он будет, вот. Вот так вот под низом, а скотчем будет прилеплен вот за эту вот железочку. В общем, сейчас все сделаю, потом покажу вам. Потому что вверх, ну реально, вы будете тут лазить по столам, это смешно будет. Смотрите, лавочка получается вот эта, вот дорожка, вот эта лавочка. И вот с этой стороны. Все, сейчас включусь. Повсюду шпионы, повсюду люди ходят. Самое смешное, что может быть, это если становится проезжающая полиция, я не знаю, у них тут есть наркодилеры, которые делают такие закладки. Это было бы вообще смешно. Так, друзья, я начинаю это делать. Главное качественно прилепить это все, еще ж не просто так. Надо это все еще хорошо прилепить, залепить. Но я надеюсь, на такой скотч никто внимания не обратит, потому что он не на лавке, а он вот. От дождя оно защищено. В принципе, здесь оно может хоть 2, хоть 3 месяца висеть. Я не думаю, что кто-то будет шариться там под лавочкой. Главное, чтобы меня сейчас здесь никто не увидел. Сейчас допакую. Итак, я упростил вам, чтобы вы не лазили по столам туда наверх. Вот мусорник, я не знаю, всегда ли он тут стоит. Ну, вы поняли, вот наискосочек, это Dream Beach колонны. Вторая беседка, лавочка, вот это вот. Скотч вы увидите сверху. Вроде держится. Все нормально, никуда он не отвалится. Все, аккуратненько скотчик оторвете. Там оно все запаковано. Дождь его не повредит. Все, закладочка номер 2 с кладом для зрителей от Ромки. Прошла успешно. С чем я вас и поздравляю. Желаю всем удачи в поисках. И напоминаю, что по возможности, пожалуйста, сделайте видео. Ну или хотя бы фотку с магнитом. Потом, надеюсь, коммунальщики не обратят внимания на этот скотч. И не станут владельцами моего магнита. Ну, по-моему, довольно-таки прикольно получилось. Не, конечно, если кто-то будет сидеть здесь целый день на лавочке,
кто обратит внимание на этот скотч, возможно, полезет вниз рукой. Возможно. Не факт, но возможно. Поэтому, люди, поспешите. Сегодня у нас 7 часов. Сейчас будет 7 среда, 7 апреля. То есть, если вы придете 8, я думаю, оно здесь точно будет. Если придете 9 или там 10, или после того, как здесь кто-то уже посидит на пикнике, возможно, они обратят внимание на этот скотч, и тогда вам не повезет. Так что не растягивайте. Кто хочет, кто в Мишеле или еще где-то здесь рядом, или может живет в Кистеле, или проезжает на своей машине. Короче, удачи вам. Оно вас ждет. Магнитик классный. Все, спасибо за внимание. Привет из Кистеля. 7 апреля. У нас начинается уже красивый закат. Очень красивый. Единственное, меня немножко смущает мужчина, который там ходит. Но я не думаю, что он сейчас придет смотреть, что я тут делал. Он сидит на лавочке, не думаю, что он за мной прям наблюдал. Не, все может быть, конечно, но... Блин, или перепрятать. Не знаю, я тут сидел, он то ходит, то сидит, но не особо он как бы в мою сторону не смотрел. Ну, не знаю. Чуть-чуть оно в глаза бросается, блин. Это дело в том, что, видите, еще проход, так, ну, проходы они везде, там, возле этих лавочек. Дело в том, что если перепрятать, опять же, что-то внимание привлечешь. Уже пусть будет, как будет, я думаю. Не будем его трогать. Как есть, так есть. Все, удачи всем, пошел я, а то у меня уже паранойя сейчас, типа я уйду, а мужик это все достанет. Ну, если достанет, что ж, значит, так нужно, значит. Ну, я думаю, что этот магнитик дойдется первого из вас, дождется. Все, удачи, ребята. Закладка номер 2, магнитик для зрителя. Вторая серия 2021 сезона. Со стороны его не видно, я не думаю, что кто-то будет там шариться. Но даже если люди будут сидеть несколько часов за столом, не факт, что они полезут туда проверять, а что же там за скотч, блин. Если вдруг придете реально, и кто-то будет сидеть за столом, ну достаньте при них, извинитесь, пардон, скажите это, извините. Извинения попросите, пардон, слово. И распакуйте при них, чтобы они поняли, что вы там не нашли, а просто скажите YouTube челленджи. И все, пожелайте им приятного аппетита, Fiat Olson, и еще раз скажите пардон. Все, друзья. Хватит, воздух свежий, классный. Пока машин нет. Фонтанчик не работает, конечно, хреново. Так бы красиво было. Все, еще раз удачи всем. Уже 100 раз попрощался. И маленькое утешающее видео. Человек тот, который я подозревал, что он может что-то увидеть. Какие тачки классные тут. Он, короче, сейчас вот уезжает. Он уезжает, он на велике. Так что нет, ничего он не видел. Никто меня не видел. Закладку я произвел нормально. Лишь бы кто-то не обратил внимания на этот скотч, допустим. И... Блин, а где остановка? Переход я нашел, а где найти остановку? Вопрос, где же остановка? Все, вон этот человек с великом, все нормально, он не полез туда. Так что, друзья, у вас есть время, самые большие шансы, конечно, у тех, кто приедет сюда